Привет, друзья! МЧС России показала использование самолета-амфибии Б-200 при тушении пожара в порту Искандерун в Турции. Российский самолет Б-200 начал эксплуатироваться с 2003 года. Самолет может взлетать и садиться как с воды, так и с земли. Б-200 ЧС имеет герметичный фюзеляж. 8 баков для воды находятся под полом грузового отсека. Фюзеляж самолета делится водонепроницаемыми переборками на несколько отсеков. Забор воды в водяные баки при глиссировании занимает всего 12-14 секунд. При длине акватории для забора воды 3,2 километра. Самолет способен взять на борт до 12 тонн воды. В настоящее время существует 4 модификации самолета-амфибии Б-200. Экипаж самолета – 2 человека. Дальность полета – до 3600 километров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.